Давненько я ничего не записывал. В общем, пришло время потестить несколько вещей. Во-первых, пробудится ли у меня интерес вновь записывать видео по моим любимым стратегиям. Во-вторых, потестить мою, ну, уже старенькую новую видеокарту, которую я купил летом. И, в общем-то, выполнить несколько достижений, которые у меня в этой игре, в Order of Battle, еще не были выполнены. Думаю, будет интересно посмотреть. Выполнять я эти достижения буду в дополнении Песчаной Бури, я его еще не играл, но я играл на аналогичное дополнение в Panzer Corps, так что примерно, наверное, должен иметь представление о том, что там будет. Поехали. В общем, из достижений, которые я собираюсь выполнить, это будет накопить 8 танков с двумя убийствами, мне кажется, это будет легкое достижение. Потом прокачать зенитную установку до 5 звезд, это мне показалось таким средним по уровню достижением. И прокачать стратегический бомбардировщик до 5 звезд. Вот это достижение мне показалось сложно. Посмотрим, как пойдет. Из плюсов. У меня сразу же есть специализация летная школа, которая добавит мне любому новому самолету 1 звезду опыта. И еще один плюс. Я буду играть не на максимальной сложности, я буду играть на нормальной. То есть моя задача здесь чисто потестить, ну, вот, то, что я хотел потестить, и, в общем-то, выполнить достижение. Поэтому будет нормально. Но так как я выполняю сразу 3 достижения, я думаю, все равно будет интересно посмотреть. Поехали. Африканский корпус готов начать операции в Ливии. Наша главная задача — положить конец британскому наступлению в Триполитании, которое последовало за поражением наших итальянских союзников в Египте. После того, как будет накоплено достаточное количество сил и средств, мы сможем предпринять осторожное наступление в Киренаике. Если оно удастся, мы получим более благоприятные оборонительные позиции против британских сил в пустыне. Африка считается второстепенным ТВД, и никто в ВКВ не станет восторгаться крупномасштабными операциями в этом регионе. Поэтому как снабжение, так и подкрепление будут оставаться весьма ограниченными на протяжении всей операции. Задачи. Первостепенные задачи. Не потерять Аль-Агейбу, вот этот город. Потом захватить Адждабию. Тут же находится... Ну, в общем-то, понятно, что, скорее всего, задача изменится. И не потерять итальянский президент. Думаю, это будет тоже сделать довольно легко. Я уже записывал прохождение этого уровня, но, к сожалению, когда проверял, оказалось, что микрофон забыл включить. В общем, и в итоге прохождение этого будет, у этого уровня уже будет не слепым, скажем так, да? Поэтому я, в общем-то, примерно представляю, что здесь будет, и будет не так интересно, но, в принципе, все равно, возможно, что-то здесь будет интересно все равно. Ладно, в общем, нам нужно выполнить несколько достижений, поэтому сразу же берем стратегический бомбардировщик. Стоит ли брать более дорогой, да, бомбардировщик? Ну, он не намного больше урона наносит, поэтому я думаю, что есть смысл сэкономить. Хотя не уверен, что в долгосрочной перспективе это правильный выбор. Ну, в общем, я выбираю тот, что чуть похуже. В общем-то, все равно он будет опыт набирать довольно медленно, и его задача будет просто тупо бомбить все, до чего он сможет дотянуться. Второе достижение — это прокачать зенитку. Тут, в общем-то, понятно, что нам придется бегать за самолетами, чтобы их отстреливать. Поэтому здесь есть смысл купить более дорогую зенитку. Ну, тем более и урон, который она наносит, намного больше, чем у стратегии. Поэтому тоже его сразу же берем. В общем, и третье достижение, которое я хочу выполнить, это 8 танков. Но, в общем-то, сразу 8 танков купить не получится. Поэтому я, ну, принял решение на каждом новом уровне добавлять просто по одному танку. В общем-то, я уже заранее решил, что вот этот будет танк куплен мной. И сразу же на него накину Роммеля. Так, что еще можно прикупить? У немцев есть 7 очков авиации. Должен сказать, что все самолеты стоят 3 очка. Значит, 1 очко, видимо, нам специально дают на то, чтобы мы купили разведку. Разведсамолет за 1 очко. В общем-то, в принципе, его покупаем. И он нам очень сильно поможет прокачивать ПВО, потому что это просто магнит для вражеских истребителей. Так что хорошо, что нам дали такую возможность. Из двух других, ну, два других слота под самолет я возьму тактический бомбардировщик. Здесь остальные, в общем-то, довольно слабые, да, бомбардировщики, поэтому я выбираю, ну,
классику Юнкерс. Он тоже является магнитом для вражеских истребителей, поэтому его нужно будет держать поближе к ПВО. Я примерно думаю, что ПВО будет ездить за танками, прикрывать их от вражеских бомбардировщиков. Плюс тактикалы будут тоже помогать размягчать танкам их жертвы. Да? Как-то так. В общем, тут примерно понятно. Что еще можно купить? Ну, и думаю, есть смысл прикупить один истребитель. Почему? Потому что дело в том, что моя зенитка не сможет прикрыть всех сразу. Тем более, она вряд ли сможет быть, ну, достаточно подвижной, чтобы быть именно на самом острие, где вражеские самолеты находятся. Поэтому этот истребитель, он в случае чего будет прикрывать тех, кто остался там неприкрытым. Вот. Из итальянцев. Что купить у итальянцев? У итальянцев, ну, во-первых, у нас есть слот под самолет, так что пусть будет еще один тактический бомбардировщик. Тоже пусть будет магнит для истребителей. В общем-то, в принципе, я думаю, что больше истребителей я вообще не буду покупать. Я не уверен на 100%, но в целом идея такая, что да, я буду страдать, меня будут бить вражеской авиацией, но зато мое ПВО быстрее прокачается, благодаря тому, что я буду, ну, у меня будет больше жертв. Идея, в общем, такая. Из пехоты, да, ну, или из сухопутных войск, что можно купить? Ну, в общем-то, в принципе, танки я собираюсь брать чисто немецкие, качать, да, поэтому все, что касается итальянцев, это пехота. Благо, она не уступает немцам. Обязательно следует брать, ну, как минимум, одну тяжелую пехоту. Почему? Потому что тяжелая пехота, она очень хороша в миссиях на оборону. Она, конечно, хороша и в атаке, но она ходит очень медленно, и ее очень тяжело применить. Вот здесь вот получится, кстати, на будущее говорю, здесь получится ее применить. В общем, но в обороне она способна в городах, в лесах очень сильно держаться. Просто ее невероятно тяжело выбить. Поэтому минимум одна точно должна быть. Ну, а все остальное уйдет просто в обычную пехоту. Пехота — это хребет вообще любой, наверное, армии. Потому что она дешевая, ее легко пополнять. И она, в общем-то, не такая уж и слабая. Да? Она способна очень на многое. Поэтому, в принципе, я просто покупаю обычную пехоту. На все остальное не размениваюсь. Потому что, ну, если честно, да, они чуть получше в атаке, чем обычная пехота, но они дороже. Это значит, что если их повредят, то и они тоже будут, их восстановить тоже будет стоить намного дороже. Вот. Плюс я еще хочу купить одну разведку. Я знаю, что многие люди, когда играют в Panzer Corps, например, не любят разведку. А я, например, очень люблю разведку. В общем-то, тем более для африканского корпуса она очень подходит. Смотрите, тут, в общем-то, открытая местность. Разведка поможет, даже несмотря на то, что есть разведсамолет. Вот. Плюс у разведки есть такое свойство, это разведход, то есть она может проехать какое-то расстояние, а потом проехать еще немножко. Благодаря этому можно, в принципе, использовать еще одну механику Order of Battle, которая заключается в том, что если атаковать противника с разных сторон, то каждое такое подразделение получит, если не ошибаюсь, плюс 25% урона. То есть и разведка в этом плане очень хороша, она может подъехать кому-то сбоку, с тылу, добавить 25 урона, а потом отъехать куда-нибудь в безопасное расстояние или к другому сопернику, да, и точно так же там добавить 25 урона. Значит, поэтому я разведку очень люблю. А, ну, еще я, в принципе, не против того, чтобы купить одного берсальера. Почему? Потому что, ну, во-первых, он чуть-чуть, конечно, получше, да, но у него есть различные свойства, вроде, допустим, нет потери эффективности на пересеченной местности. То есть для высадки это, например, очень может помочь. Ну, вряд ли здесь она будет, но, в принципе, один из одного я точно не пострадаю. Пусть будет. Потом, если что, можно будет, если, допустим, я накоплю достаточно очков ресурсов, на нормале, я думаю, это будет нормально, можно будет потом вообще все в них переделать. Но это как пойдет. В общем, вроде все сделал, можно приступать к игре. Так, по поводу вторичных задач. В общем-то, в принципе, моя задача здесь, в этой кампании, чисто выполнить достижения, поэтому я думаю, что я не буду выполнять вторичные задачи, то есть если подвернется возможность какую-то задачу выполнить вторичную, я ее выполню. Если нет, то только первичную. Это позволит мне сэкономить огромное количество очков ресурсов, которые я смогу потом использовать на полноценное пополнение, допустим, тех же ПВО, танков, ну танки, допустим, не надо, стратеги, да, то есть это может мне сильно помочь. Поехали. Ну, в общем, здесь я уже, как и говорил, я уже играл этот уровень, да, поэтому я примерно знаю порядок действий, какой я буду делать. Сразу же разменяю всю окопанность в городе, да, на моих инженерах. В общем-то, это, наверное,
Ну, это и еще разминирование различных. Ну, просто мин, снятие мин, да, это единственное, в чем они полезны, они, в общем-то, довольно слабые. Так, дальше что? Ну, дальше, наверное, теперь пришло время использовать мои самолеты. То есть пора уже начать качать. Наверное, ну, понятно, что лучше всего нанести там урон, где он точно будет. То есть здесь вряд ли я нанесу урон, здесь точно один нанесу. То есть больше опыта заработать. Поэтому тут понятно, что нужно поступить именно так. Получил 58 опыта. Это не так много, это, я бы даже сказал, вообще мало. То есть дальше... Проблема в том, что противотанковая пушка, она будет мешать моим танкам, а мои пехотинцы не дотягиваются, поэтому есть смысл как раз начать размягчать ее с помощью тактикалов. Вот тоже, кстати, важная деталь. По поводу разведок, почему я их тоже люблю. Они, в общем-то, не очень дорогие, и их можно использовать для того, чтобы просто тупо размениться с кем-то, размягчать кого-то. Вот, например, как противотанковую пушку сейчас. Не очень хорошо получилось, но, в принципе, наверное, тогда сойдет. Дальше что? Тут, в общем-то, не очень удачно получилось. Я думал, что смогу здесь продавить и выйти в артиллерию, но не получилось. Так что придется что-то придумывать, что ли. Придется, видимо, так продавливать тогда. Да, не идеально получилось. Я помню, что в первый раз, когда я играл, мне удалось здесь все продавить. Да, все уничтожить. А тут вот не получилось. Ну, в общем, в принципе, ничего страшного. Поехали тогда прикрывать танки до самолета. Наверное, тогда вперед соваться нет смысла, потому что меня, скорее всего, артиллерия тогда накроет. Тогда попробую здесь прикрыть и танки, и самолет. И даже немножко вон артиллерию сокрыть. Ну, и можно попробовать, конечно, как-то подставить разведчика. Ну, в общем-то, он не будет здесь прикрыть, если кто-то нападет. Поэтому сюда пока тащим его. Истребитель, в принципе, может нанести урон. Фиксим. Пусть так и будет. Даже урон не нанес. Поехали дальше. Так. Моя задача сейчас взять этот город. Так что надо попробовать максимально быстро продавить. Даже здесь не удалось продавить. Так. Обязательно нужно не забывать про моего стратега. Он должен каждый ход, ну, в идеале, да, наносить какой-то урон, кого-то бить, чтобы получать опыт. Да, очень немного он опыта, конечно, получает. Так, что еще тут можно сделать? Я думаю, тактикала. Тактикала, да, действительно. Он все равно больше здесь ничего не может проатаковать, поэтому тоже нападаем. Нанесли какой-то урон, и думаю, можно попробовать уже первые собрать... убийства, да, для танков. Получилось не идеально. Я думал, я все-таки возьму Роммелем первое убийство. Ну, фиксим. Не принципиально, не принципиально. В общем, еще. Что я знаю, что здесь в городе никого не будет, так как я уже играл. И, в общем-то, должен сказать про одно наблюдение, которое, ну, оно опытным путем было у меня установлено, когда я играл в World of Battle. В общем, в игре есть снабжение. Если нажать пробел, видно, что вот, например, Эль Агейла у меня дает 67 снабжений. А вот маленькие города здесь не дают никакого снабжения вообще. И вообще, нужно понимать, что, скорее всего, это значит, что в этих городах нету противника. Вот. Но это, возможно, не всегда работает. Но в целом,
это как бы хорошее знание, да, что возможно здесь никого нет. Я знаю, что здесь никого нет, поэтому можно спокойно будет занять эту точку. Вот. Стремительное поражение британских пограничных подразделений побудило командующих ОСИ поставить более амбициозные задачи для африканского корпуса. Они выступают за обширное наступление, чтобы полностью выбить противника из Ливии. Появились новые задачи. Захватить Бенгази. Не так уж оно далеко. Потом соединить Элиагейлу и Бардию. А Бардия уже на другом конце карты. Вот, Бардия 5-40, то есть как бы тоже намекает, что лучше охраняется. Так, второстепенная задача — захватить Табрук. Ну, в общем, должен сказать, что Табрук будет, если и получится захватить, то будет это невероятно сложно. И, в общем-то, довольно много сил будет потрачено. Но я не буду этого делать, как уже сказал. Моя задача — просто выполнить достижение. Захватить Эс-Салон. Ну, вот, я говорил, что 40 здесь снабжение. Значит, здесь что-то очень тяжелое стоит, что нужно питать. Вот, поэтому я, если получится, захвачу, потому что Бардию я один фиг буду брать. И Эс-Салум тоже, если получится, захвачу. Если нет, то нет. Нанести урон самолетам врага немецким истребителям. 10 штук. В общем-то, в принципе, истребитель, который я купил, его хватит, чтобы столько урона нанести. И самолетов здесь, в общем-то, тоже будет в изобилии. Поэтому, ну, там как получится, как получится. Специально я его выполнять не буду, потому что я качаю ПВО. Так, что еще из важного следует упомянуть? Например, грузовики. Да, это тоже магнит для вражеских самолетов, потому что у них очень мало защиты, и любой самолет, даже истребитель, нанесет им довольно много урона. Поэтому я думаю, что есть смысл подставлять вот так вот грузовики где-то впереди, да, где будет вражеская авиация, чтобы потом, ну, во-первых, пострелять в чужой ход, да, накопить опыт, и потом в свой еще кого-то, может быть, добить. То есть есть смысл поставить. Главное, чтобы это была не артиллерия, потому что артиллерия, она очень дорогая. Вот. Так. Что еще? Ну, наверное, тоже вперед тебя тогда тащим. Даже вот сюда. Если кто-то прилетит, то пусть он постреляет в разведчик. Так. И истребителям, наверное, есть смысл прикрыть. Ну, наверное, вот эту артиллерию. Все. Да, кстати, добавили еще командных очков. Есть смысл что-то прикупить. В общем, я думаю, что танк, наверное, еще один. Стоит ли покупать или не стоит? Или купить две пехоты? Как вариант, кстати, можно ведь купить еще один танк. Но я думаю, наверное, все-таки нет. Я буду постепенно, да, как я уже решил, каждый уровень будет просто плюс один. И куплю две немецкие пехоты. Обычные. Без каких-либо движений. Вот, из итальянцев, что можно купить? Итальянцев, в принципе, идея у меня такая же, да, тоже прикупить пехоты, но я думаю, я куплю одну кое-какую вещь, например, противотанковую пушку. Почему? Потому что, во-первых, итальянская пехота у меня и так здесь дофига, и я еще немцев добавил. Парочка танков у меня есть, но я думаю, что пушка мне пригодится, потому что все-таки двумя танками точно я не смогу прикрыть всю пехоту. И она мне пригодится. Благо, у этой противотанковой пушки еще есть свойство. Она может превращаться в артиллерию. Это, в общем-то, отличная штука. Если понадобится, допустим, в обороне где-нибудь, можно будет спокойно использовать как артиллерию и как противотанковую пушку. Как получится. Ну, а все остальное уйдет, конечно же, в пехоту. Как вариант, мне предлагают купить еще одну тяжелую пехоту. И я думаю, что да, я так и сделаю. Потому что тяжелая пехота... Хороша. Я, кстати, не очень правильно разместил тяжелую пехоту. Лучше на дороге размещать, чтобы она, если получится, получала еще плюс один ход. В следующий раз надо будет лучше разбираться. Все, вроде все прикупил. Что-то еще сделать? Ну, наверное, нет. Поехали дальше. Да, вот я вспомнил еще одну деталь. После предыдущего прохождения этого уровня наши запасы ограничены и тают со временем. Чтобы поддерживать боевую эффективность свойств, мы должны захватить склады снабжения противника во время нашего наступления. Понятно. В общем, что я хочу сказать. Дело в том, что нам здесь придали множество пехоты с грузовиками. То есть, как вариант, есть смысл их
направить именно по, ну, вот по этому маршруту, потому что нам за 30 ходов нужно будет добраться до Барди и захватить ее. А вот всю пехоту, которую я купил без грузовиков, уже отправить захватывать Бенгази. Ладно, разведка, в общем-то, идет, как я и хотел. Смотреть, что здесь есть, да, по дороге. Ну, я сказал, что здесь ничего нет, я знаю. В общем-то, и, в общем-то, в принципе, города, как я уже говорил, не должны кого-то там иметь. Так, вот этот идет по этому маршруту, как я уже говорил. Так, инженерная часть. Стоит ли ее брать наверх? В принципе, наверное, да. Я правильно сказал, что лучше, наверное, отправить ее направо, да, потому что здесь придется штурмовать. Например, чтобы Эссулум взять, точно придется штурмовать. Это я помню. Вот, поэтому оставляем пока что здесь. Артиллерия. Артиллерия, в принципе, она всегда на грузовиках. То есть можно ее, в принципе, пока что вперед потянуть на Бенгази, а потом уже направить и направо. Танки, наверное, тоже где-то здесь уже потом уйдут. Потому что здесь танкам в холмистой местности, в горах, особо делать нечего. Здесь мы где-то повоюем, а потом уйдем направо. Так, и теперь куда я дотягиваюсь ПВОшка? Ну, в принципе, она здесь будет прикрыта. Можно не бояться этого. Танки тоже где-то впереди должны быть. Разведка, в общем-то, тоже, да, довольно далеко вперед. Никого не видно. В общем-то, мой стратег, наверное, сейчас вряд ли какую-то пользу принесет. Так что пусть пока просто будет впереди. Плюс... Наверное, пусть подставляется, что ли? Нет, наверное, все-таки не надо подставляться. Пусть подставляется вот этот немецкий тактикал. А мы, ребята, пока просто будем где-то здесь. Все понятно. Я забыл одну важную деталь. Я забыл противотанковой пушке купить грузовик. Вот почему у меня... было место под еще одну тяжелую пехоту. Это плохо. Это плохо, я не успеваю добраться. Ну ладно. Думаю, в принципе, я не сильно от этого пострадаю. Я все никак не мог вспомнить, почему. Почему у меня здесь все очки были истрачены. И при этом тяжелая пехота появилась. Все понятно. Да, это моя ошибка. Ну ладно. В общем, здесь я прикрою, конечно же, вот этот грузовик. Нет, подождите, вот этот грузовик прикрою. Вот эти два крышки. Ну, потому что их здесь два. Сюда вряд ли кто-то долетит. Хотя, в общем-то, наверное, все-таки лучше прикрывать артиллерию, да, а не пехоту. Ладно, поехали, посмотрим, что будет. Так, ну, теперь нужно двигаться аккуратно, постепенно. В городах, конечно, нет снабжения, то есть, скорее всего, здесь никого нет. В общем-то, я, в принципе, знаю, что здесь ничего нет. Но все равно двигаться нужно аккуратно. Я, в общем-то, довольно далеко вперед добираюсь. Да, могу прикрыть спокойно. Так что двигаемся вперед. Вижу первый танк. В принципе, он, скорее всего, на меня сейчас нападет и будет, ну, убит. Я не дотягиваюсь никем. Так что, в принципе, можно пока что стратега моего тоже вперед далеко не тащить. Да, никто не дотягивается. Ну а вперед выставляем разведку и итальянского тактического бомбардировщика. Пусть они страдают, если кто-то прилетит. Так, здесь я, наверное, тогда пополнюсь. Или по чуть-чуть идти. Я, конечно, знаю, что здесь ничего не будет. Но по-хорошему бы, конечно, идти следовало по чуть-чуть. Потому что здесь огромное пространство. Всегда могут снабжение перерезать.
В общем, буду действовать так, как будто я не знаю, что это за уровень, поэтому буду идти по чуть-чуть. Особо сильно вперед стремиться сейчас необходимости нет. Истребитель, ну, наверное, особо некого прикрывать. Да, пехоту, в принципе, пофигу. Пусть пока что будет здесь тогда. Так. Двигаемся по чуть-чуть. Вижу вражескую разведку. Она, в принципе, не особо опасна. Вижу первый истребитель. Уже нужно кого-то подставлять, чтобы его били. То есть понятно, что сейчас не нужно выходить в грузовики. Нужно как-то по чуть-чуть двигаться. Да, и если что, ну, истребитель там сюда долетит, а вот зенитка уже не доедет. Поэтому да, нужно по чуть-чуть. Пока, во всяком случае, пока истребитель не будет уничтожен. Дальше что? Ну, по чуть-чуть двигаемся, как обычно. Так, я вряд ли тебе что-то сделал, значит, тут придется, очевидно, танками только брать. И, наверное, вот здесь пришло время воспользоваться моими тактикалами да стратегиями. То есть стратег должен по-хорошему каждый ход набирать опыта хоть какого-то. 2.083, посмотрим, что дадут. Очень мало дали опыта, конечно, прям очень мало. Ну, что поделаешь. Так. Ну и теперь можно, в принципе, его, наверное, бить танками нашими. Так, как-то можно защитить? Не получается как-то защитить. Не очень удачно получилось, то есть он может сейчас проатаковать мою ПВО. Ладно, фиг с ним, рискнем. У него очень низкая эффективность, 0, да, то есть вряд ли он что-то мне нанесет, какой-то урон, тем более их тут 3, он, наверное, будет просто восстанавливаться. То есть дальше мы тогда просто тупо подтягиваем всю пехоту. Так, и тут истребитель. Я думаю, что можно попробовать подставить сюда разведку. Да, то есть если кто-то увидит, то пусть истребитель атакует разведку, либо тактическую бомбардировщик. Было бы неплохо, конечно, подставить вот так вот. Еще единственная проблема в том, что сейчас арту нужно подтягивать еще. Но он вряд ли долетит до арты, хотя кто его знает. В общем, арту подтягиваю и прикрываю ее истребителем. И тогда как-то так. Все, вроде нормально сходил. Поехали дальше. Не очень мне понравилось это, конечно, что моя ПВО не прикрыла мой тактикал. Очень много урона я получил. Но, возможно, это и есть механика игры. То есть я почему-то как-то об этом не подумал, что никто моих тактикалов прикрывать не будет. Точно так же, как и стратегов. Ладно, в общем, здесь пока что, в принципе, ну, сойдет как есть. Да, я буду разменивать моих самолетов на опыт. То есть иначе никак. Так, как бы здесь лучше поступить? Отлично, вот здесь я проеду и посмотрю, есть ли кто-нибудь в городе. В общем, как я говорил, танкам уже особо нечего делать в холмах, то есть мы здесь тогда меняем направление, и мы двигаемся в этом направлении. Так, прикрыть их все равно нужно будет. Я не смогу его убить, даже с истребителем. И моя артиллерия будет в опасности. Но, в принципе, наверное, фиг с ним. Пускай будет в опасности, да? Как-то вот так вот тогда сделаю.
как-то вот так вот поступлю. Подставлю даже свою артиллерию, в принципе, да. Пускай он атакует грузовики с артиллерией. Я буду чисто разменять. Мне нужно выполнить задачу мою. Пускай атакует. Фиг с ним. Стратега тоже особо некуда девает. Пускай тоже его атакуют. Ну, вариантов тут особо нету. Сюда их здесь спрячу. Под истребителя. Да, истребитель-то точно прикроет их. Так, блин, возможно, здесь слишком много пехоты я отправил. Возможно, стоило сюда ее куда-то направить. Да, ту, которая быстроходная, обычная пехота. Все-таки с двумя пехотинцами, наверное, вряд ли я смогу здесь справиться. С двумя пехотинцами и танками. Здесь вряд ли кто-то меня увидит, да, потому что здесь никого нет. Значит, истребитель вряд ли поймает мой грузовик. Здесь все нормально. Разведку пока что, ну, наверное, просто здесь пускай поездит. Посмотрит, что это там. Поехали. Истребитель вообще ушел. Я его не догоняю. Так что, возможно, есть смысл своего истребителя сюда отправить. Во-первых, подрезать его, чтобы он не мешал в будущем. Во-вторых, попробовать, может быть, выполнить вторичную задачу. Так, вот здесь в городе, по-моему, кто-то был, если я не ошибаюсь. Да, здесь есть снабжение, значит, здесь кто-то должен быть, скорее всего. Так и есть. Кто-то здесь есть. Все, здесь вроде более-менее нормально. Можно, кстати, сразу посмотреть, сколько уже есть у него убийств. Убито вражеских подразделений 4, это очень много уже. Может быть, есть смысл попробовать ему камуфляж поменять. Блин, не получится. Не получается. Видимо, нету его. Ладно. Фиг с ним. Надеюсь, запись не прервалась. Здесь, в общем, двигаемся дальше. Так. Ну, тяжелая пехота, очевидно, пойдет вот здесь, в этом направлении, а вот легкая пехота уже, скорее всего, нужно в этом направлении отправлять. Я помню, здесь не так уж много было противника. Две тяжелые пехоты здесь вполне могут удержать Бенгази. Можно особо не волноваться. Итальянцы пускай идут в этом направлении. Так, вторичная задача. После того, как вы выполнили все основные задачи, вам будет предоставлена возможность продолжить игру до тех пор, пока не будет выполнены все вторичные задачи. Хорошо. Я вряд ли их буду выполнять, но, в принципе, возможность такая полезна. Так, артиллерию, наверное, есть смысл уже тащить в этом направлении. Здесь я не буду с ними воевать. Ее обязательно стоит прикрывать, конечно, зенитками. Так, есть ли смысл здесь попробовать подолбить? Я здесь не дотягиваюсь, да? А здесь могу кого-то подолбить. Ну, нормально. Посмотрим, сколько дадут опыта. 2102. Кстати, не слабо так опыта дали. Я, возможно, даже ее пока что придержу, если она выживет. Все, здесь вроде нормально все получилось.
Британцы уничтожают вооружение, захваченное итальянцев во время контратаки на Ливию. Ладно. Сойдет. Стоит ли мне сюда идти? Я, ну, блин, я уже играл в эту игру, поэтому я знаю, что, ну, наверное, не стоит сюда идти, потому что здесь будет сильное сопротивление, здесь будет артиллерия, не стоит терять бойцов, то есть можно, наверное, просто идти уже отсюда подальше. Так, обычная немецкая пехота пускай остается, а вот тяжелая пускай тогда охраняет здесь вот эти вот точки. Да, кстати, вот еще я думал о том, если я буду выполнять вот это достижение за стратегические бомбардировщики. Я вне игры придумал две тактики. Ну, во-первых, первая тактика — это всегда держаться на острие, да, то есть бомбить все, что будут уничтожать мои танки, чтобы, ну, каждый ход что-то добывать, какой-то опыт. И второе — это попробовать отрезать какой-то кусок карты, да, куда не долетит вражеская авиация, да, и просто долбить какой-то, ну, какую-то единицу, которая ничего мне не нужно сделать. Вот, кстати, отличный вариант. Противотанковая пушка. Почему бы ее не долбить просто вновь и вновь? А самому при этом не уничтожать. То есть вот это хороший, наверное, вариант. Есть смысл так пользоваться им. И я, наверное, здесь так и буду делать. То есть попробую вот здесь долбить. Единственное только, что... Ну, надеюсь, все-таки никто сюда не прилетит. В общем-то, в принципе, тут довольно далеко. Хотя есть один аэродром. Возможно, здесь стоит кого-то оставить, что ли, чтобы прикрывать. 165 было, это значит, что я получил, ну, около 50 единиц опыта. Это очень много, это очень круто. То есть, если я, допустим, все оставшиеся 22 хода буду так долбить, то я наберу почти 1000 опыта. И это хороший вариант, наверное, так и стоит оставить. Вот, ладно. Все остальные уже двигаются просто тупо вперед на войну. Вот здесь был где-то вражеский танк. Кстати, наверное, сюда есть смысл отправить и разведку, посмотреть, что да как. Вражеский танк, кстати, куда-то делся. Ну, я не смогу истребитель, наверное, свой... А нет, я смогу истребитель сюда потянуть. То есть есть смысл сюда куда-то поставить, чтобы разведывать, да. Здесь я самолет уже поймать точно не смогу. А вот здесь вот попробую, допустим, ее с двух сторон окружить. Отлично, получилось отлично. То есть можно даже поразмениваться немножко. Главное не забыть, что здесь где-то была вражеская разведка. Так, наверное, тебя уже нет смысла тащить наверх. Можно отправить по дороге сюда, где-то здесь. Или здесь встать. До конца, конечно, она не дойдет до конца уровня. Это почти наверняка. Так, танк. Ну, он окопан, это не очень хорошо. Надо его как-то размягчать будет сперва. Здесь я не дотягиваюсь. Тоже не очень приятно. Так, могу ли я еще что-нибудь здесь сделать? Возможно, даже стратегам... Если бы я дотягивался, стоило бы подолбить все-таки танк. Ну ладно. Значит, здесь просто будет размен. Очевидно, что, наверное, лучше вот этим атаковать, да? Не просто потому, что он больше носит урон, а потому, что он подальше от фронта находится. Ладно, здесь получилось нормально. Где я смогу здесь встать, чтобы прикрыть? Ну, я смогу прикрыть один самолет свой, как минимум. Так что где-то так получается. Так, все, вроде более-менее нормально. Поехали дальше. Что можно сделать дальше? Что можно сделать дальше? Ну, в общем, я продолжаю бомбить, посмотрим, что будет. 2-2-13. Ну, уже поменьше. 42 всего лишь опыта. Но, в принципе, тоже это довольно неплохо. Довольно неплохо получилось здесь. Так, я наверное, допустил все-таки ошибку, да, когда встал сюда на аэродром. На аэродром, где кто-то стоит, нельзя посадить самолет. Да, и он, в общем, потеряет. Это ошибка. Тогда придется, значит, пожертвовать
солдатами своими. Да. Не подумал я об этом, это была ошибка. Это, кстати, частая ошибка у меня с самолетами. Да, здесь с самолетами механика прям не такая, как в где-нибудь в Panzer Corps. Тут они, в общем, если у них кончается топливо, они по чуть-чуть умирают, да. То есть, в общем... Ладно, я смог его посадить. Нормально получилось. Надо теперь, наверное, его как-то прикрыть, чтобы никто не напал. Как-то вот так вот, да? А эти пусть идут дальше воевать. Дальше, что еще можно сделать? Ну, в общем-то, в принципе, у меня уже есть 4 убийства. Вот у этого убийств нет. Так что, значит, видимо, он и будет убивать этот танк. Хорошо, что так получилось. Двигаемся дальше. Нужно обязательно разведсамолет поставить так, чтобы я мог его потом прикрыть. Ну, пускай как-то так. Так, и бомбардировщик. Ну, блин, он уже, кстати, немножко подрезанный. То есть, может быть, стоит его восстановить. Дальше я уже не смогу его восстановить, потому что здесь будет очень далеко от аэродрома. Наверное, все-таки есть смысл, да, его отправить пока что на восстановление. Так, ну и артиллерия. Артиллерия, конечно, вперед. Конечно, вот так вот грузовики оставлять нельзя. Если бы я впервые играл этот уровень, я бы, конечно, сюда его не поставил. Я просто знаю, что здесь ничего не будет мне. То есть, единственное, только самолет может какой-нибудь прилететь. Все остальное вроде нормально. Самое главное, тоже еще важная проблема, то возможно, вот эти ребята, если я их не убью, они попробуют мне перерезать снабжение. Это будет не очень хорошо. Будем следить. Так, и здесь, я помню, здесь была вражеская разведка где-то. Вот она. Все никак не хочет умирать. Все, ну теперь, в общем, нормально все. Можно двигаться дальше. Этот тактический бомбардировщик полетит, конечно же, в этом направлении, потому что уже нужно двигаться сюда. Так, а почему? Отход австралийские войска отступают к Табруку, остается только небольшой рельгард, чтобы задержать наше продвижение. Интересно, почему у меня заканчивается снабжение? На прошлый ход появилось сообщение, что нету снабжения, недостаток. Интересно, почему так? Вроде все нормально. Ладно, в общем, пускай они отходят. Здесь прилетел бомбардировщик, его, значит, нужно, ну, либо истребителями душить, которые у меня довольно далеко, либо, значит, ПВО. Сперва посмотрим, что здесь. В общем-то, я знаю, что здесь ничего нет, но все равно буду действовать, как будто я этого не знал. В общем, тут ничего нет. Непонятно, если здесь еще где-то самолеты. Ну, но я думаю, что нет. То есть можно спокойно двигаться вот так. В случае чего, я уже сюда подтяну свою ПВО. Так, блин, и у меня здесь еще ведь артиллерия есть. Как раз они ее будут бомбить. Так что я думаю, я по чуть-чуть вот так вот продвинусь. Вот так вот. И прикрою вот здесь вот где-нибудь. Все-таки артиллерия в грузовиках еще более лакомый кусок, чем вот такая вот, да, стационарная. Так, здесь попробую объединиться, посмотреть, что будет дальше. Ну, я думаю, если они начнут на меня нападать, то, ну, сами будут виноваты. У меня здесь где-то тяжелая пехота. Да, вот здесь одна будет стоять здесь. И будет просто охранять, получается, точки, да, аэродром будет охранять. Как будем восстановить? Ну, блин, вообще-то тактикал, в принципе, если я потеряю 15%, я сохраню свою звезду, так что пока что экономить. На первых уровнях, наверное, есть смысл все-таки экономить очки ресурсов. Это на последних уровнях уже там будет их излишек. Поэтому, ну а здесь двигаемся, в общем, дальше. Так, ну и пробую дальше долбить тогда, смотреть, что будет. 2-2-5-5. Нормально, в принципе, 40 опыта тоже неплохо, сойдет.
так. Да, кстати, разведку можно куда-нибудь слетать, посмотреть, что да как. В принципе, сойдет. Да, вот о чем я говорил. Вражеская артиллерия. И самолет летит. Надо, кстати, посмотреть будет, что это за самолет. Я помню, что здесь тоже ничего нет. В общем-то, снабжение тоже показывает нет. Но буду действовать так, как будто я этого не знаю. Вражеский истребитель. В принципе, ничего страшного здесь нет. Я даже предлагаю подставить под него пехоту, да, в грузовиках сделать. Ну, сперва, конечно, я посмотрю, что здесь в городе. Сделаю вид, будто бы я не знаю, что здесь ничего нет. И, в принципе, я вот сейчас подставлю. Специально подставлю под истребитель свою пехоту. А сам при этом попытаюсь ее прикрыть как-то вот так вот. Так. Я надеюсь, что они мою артиллерию все-таки не увидят. Но если что, то тоже. В принципе, размер меня устраивает. Артиллерию мне качать не надо. То есть, поэтому можно спокойно. Кстати, истребитель, да, тоже. Он может напасть на моего разведчика. Может быть, есть смысл даже его тоже подставить. Все-таки истребитель восстановить проще. Он не такой дорогой. Пусть вот так вот меня бьет. Я его потом добью. Ну, постараюсь, во всяком случае. Здесь, видимо, да. Видимо, на этом бомбардировщике будет качаться мой истребитель и пытаться выполнить вторичную задачу. Как-то так получается. Даже, наверное, вот здесь вот так вот поставлю, чтобы в случае чего прикрыть еще и тактикал. Ну-ка посмотрим. 2-2-9-2. Ну, несмотря на то, что он снял одну единицу, то тоже не особо много получил опыта. Ладно, здесь, кстати, вот сюда, наверное, все-таки есть смысл подвинуть, потому что у меня здесь все-таки народ сидит на аэродроме, да? Если кто-нибудь здесь пролезет, то могут самолет повредить, а самолет дорогой. Даже, наверное, вот этого итальянца, берсальеров вот эти вот, оставлю здесь охранять, мало ли кто отсюда залезет. Я, конечно, знаю, что здесь никто не полезет, но все-таки пускай будет. Да, что еще? Ну, в общем-то, я когда играл этот уровень, я знал, ну, узнал. Не знал, а узнал, что вот здесь вот есть артиллерия, противотанковая пушка, мины, пехота. И, в общем-то, я также заметил одну важную деталь. Здесь нету снабжения. Вот здесь вот. Да, то есть, в принципе, и снабжения вообще здесь не так уж много. 10-10, да, и 5. То есть, есть вариант, допустим, как-то танковая атака здесь перекрыть им снабжение, да, из Тобрука. И взять их тепленькими. То есть они через пару ходов здесь обмякнут, не смогут много урона наносить и здесь просто поубивать всех. Но я-то в это делать не буду. Моя задача чисто выполнить достижение. Истребитель повел себя не совсем так, как я ожидал. Я даже не смогу до него доехать, поэтому, в общем-то, в принципе, наверное, на него даже и кидаться даже не нужно. Ну, в общем, здесь тогда, очевидно, мы уничтожаем вражеский бомбардировщик. И стратег бьет и возвращается тут же под прикрытие истребителя нашего. Здесь, в общем, нормально получилось. Кстати, сколько там осталось? 7. Ну, я думаю, истребитель нападет на моего стратега, и мы разменяемся с ним. Так, может быть, даже есть здесь смысл вот так вот побомбить немножко. Снять им эффективность. Кстати, у меня здесь есть еще тактикал. Это не очень приятно, потому что я его никак прикрыть не смогу. Стоит ли его еще раз подставлять, допустим, под истребителя? Ну, как вариант, в общем-то, в принципе, можно, потому что его нужно тащить уже на это направление. Наверное, все-таки я так и сделаю. Пускай его бьют, да, не очень это, конечно, хорошо. Бить пушку я не буду, потому что это стратег будет делать. Он будет здесь опыт набивать. Скорее всего, уже до конца игры. В общем, попробую поставить. Вряд ли 4 истребителя много урона нанесут моему тактикалу. Так, здесь вряд ли меня тоже увидят. Ну и здесь просто идем дальше. Я думаю, здесь мы поступим немножко иначе. Я сделаю вот так вот.
специально перешел через разведку, чтобы восстановить ее. Она мне пригодится здесь дальше. Так, что еще? Что еще? Здесь эту разведку тогда используем максимально. Максимально эффективно. Чтобы хоть как-то прикрывать ее потом. Так, ну и тянем сюда тогда артиллерию, получается. Как-то ее тоже нужно прикрыть от потенциальной атаки, потому что я знаю, здесь была разведка. Она может на меня напасть, то есть нужно прикрыть еще и мои грузовики. Ну, примерно как-то так. Наверное, я даже, знаете, что сделал? Вот здесь вот одного... Нет, вот этот вот, который здесь ползет у меня, он где-то вот здесь вот встанет, на всякий случай, чтобы никто не попробовал меня прокатывать. А остальные пускай лезут вперед. В общем-то, в принципе, я не думаю, что они успевают здесь добраться. Хотя, в принципе, почти 20 ходов. Но они уже на самый конец придут. То есть, когда я здесь уже со всеми разберусь, скорее всего. Ладно, поехали дальше. Очень странный истребитель. Ну, а здесь нормальный истребитель. Сделал все как надо. В общем-то, жаль, конечно, моего разведчика. Я думаю, я его сейчас отведу куда-нибудь назад. Но это потом. Вот здесь вот истребитель не стал на меня нападать. Ну, я думаю, он понял, что ему хана. Решил мою пехоту побить. Ладно, я думаю, есть смысл его бить все-таки, да? То есть добивать его до максимума. Отлично, в общем, новый командир доступен. Сразу же его на истребителя и ставим, да, потому что он сильно прибавляет в стрельбе по вражеским истребителям как раз. Так, ну, тебя мы тащим вниз. Истребитель, в принципе, мне кажется, может как-то увидеть меня здесь, да. Если, допустим, кто-то из них полетит назад, он может заметить и даже прилететь сюда. Ну, фиг с ним, значит, размен будет разменом. Так, 2417. Ну, а здесь продолжаем долбить. 2417 намного больше дали. Намного больше, почти 60, даже 60 с лишним дали. Это хорошо. Это хорошо. Так, вот мой тактикал еще здесь есть. То есть нужно будет как-то его прикрывать, что ли. Подставлять под этот истребитель. Истребитель десятка, я вряд ли много смогу ему нанести. 3 плюс, это все-таки ну, не так уж и много. Ладно, я думаю, я тактикала не буду подставлять под истребитель, а все остальное буду подставлять, да, пускай он атакует наземные мои части, а я как бы его буду за это подрезать. Ну, в итоге и разведку тоже далеко уводить, ну, не придется, то есть, да, то есть придется как бы ее подставлять тоже. Так, куда я здесь могу-то ехать? Ну, вот как-то так, что ли. Он видит мои грузовики, он, скорее всего, постарается их проатаковать, и тогда получит урон. А может быть, не будет этого делать. То же самое касается и, блин, артиллерии. Наверное, вот эту вот артиллерию придется все равно сюда тащить, иначе он ее покоцает. А вот эту... Вот эту, в принципе, тоже. Я уверен, что он дотягивается, да? Моя ПВО дотягивается сюда. То есть здесь она более защищенная будет. Ну, а истребитель, конечно, блин... О, истребитель-разведчик, конечно, ну, блин, тоже будет здесь... Будет огребать. Вариантов, в общем-то, у него нету. Больших. Так, тактикал где-то здесь должен будет спрятаться. Насколько далеко я вижу? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? То есть и он тоже где-то на шесть видит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть я могу максимум куда-то вот сюда подлететь. Даже на всякий случай сюда подлечу. И дальше будем смотреть, что будет. Ну отлично, он не стал мою наживку заглатывать, да, но, наверное, все-таки бот оказался не таким дураком, просто улетел. Здесь, в общем-то, мой стратег все еще долбит, но истребителя, конечно, надо добивать. Не должен он мне мешать. То есть даже он может быть и один, но может нанести урон, мне кажется, стратегу. С,
другой стороны, у стратегов тоже есть оборона, они тоже могут стрелять по истребителям. Может быть, даже был смысл подставить стратега под этот истребитель, если бы он напал, он бы, наверное, даже сдох, да, и какой-то опыт мне наколупал бы. Ладно, тут вроде более-менее все нормально. Вот здесь вот моего бойца лупит вражеская арта. Может быть, есть смысл все-таки его отсюда утащить. Снабжухи этот город не дает, да? То есть особо охранять его нет смысла. То есть, наверное, так и сделаю, да? Отойду. Отойду, не буду тратить ресурсы. Здесь будет этот, ну, эту дорогу охранять вот этот. И потом истребитель мой, скорее всего, догонит и справится с ним. Так, дальше что? Ну, дальше уже просто идем дальше. Я знаю, что в Тобруке очень сильная группировка. Есть артиллерия, есть ПВО. То есть нужно будет их обходить. И вообще, в принципе-то, довольно странно. Ну, видимо, тут просто скрипт направлен на то, что они просто будут сидеть. Потому что они спокойно могли бы обрезать мне здесь продвижение. Ладно, в общем, двигаемся дальше. Так, стоит ли подставляться здесь? Стоит ли подставляться? В принципе, наверное, стоит. Да, если здесь кто-то есть, и он на меня нападет, да, я потеряю часть своих сил, но зато на следующий же ход его и убью. И он мне мешать уже не будет. То есть, наверное, все-таки имеет смысл. Так, должен сказать, что в принципе, 15 ходов может хватить, чтобы взять и Тобрук. Я боюсь, конечно, той группировки, которая здесь находится, и, наверное, все-таки не буду этого делать, но я думаю, что, в принципе, это по силам. Мне кажется, есть такая возможность. Блин, абсолютно бесполезный оказался тактикал. Придется его назад тащить, что ли. Ну а вот от этого есть польза. Блин, я, кстати, не достаю. Смотрите, два самолета готовятся. Они меня. Ну, они видят где-то на 6, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Один приедет и увидит, да. То есть где-то нужно вот так вот, что ли, прятаться. Допустим, один прилетает, на 6 смотрит. Допустим, он сюда прилетел. Ну, блин. Пускай будет тогда вот здесь вот где-то. Ладно, истребитель достает. В общем, заодно посмотрим, что здесь находится. Особо мне это не надо. Так, ну вот и возвращаешься, чтобы пополнить топливо. В принципе, 500 опыта я за один уровень набрал. Это в принципе, мало. Мало, да? Но еще есть 15 ходов. То есть еще 500 я, в принципе, вполне могу собрать. Да, вот здесь я, конечно, очень сильно ошибся. Абсолютно просто пропала целая пушка. На весь уровень. Отлично, я немножко опыта заработал, я надеюсь. Блин, опыта, кстати, вообще копейки. Я пару раз проатаковал. Наверное, истребитель все-таки буду бить. Нужно как-то так встать. Вот если здесь стану, интересно, меня артиллерия достанет. Но вперед все равно нужно идти. 361. Нормально, опыта я получил. То есть сейчас нужно будет прикрываться как-то вот здесь вот тогда. Ладно, смотрим, что здесь еще есть.
Это вражеская разведка. Смотрим, что здесь. Тоже сойдет. Ну, я уверен, что вряд ли кто-то из Табрука на меня будет идти. Поэтому можно здесь особо не прикрывать. Подставить ли мне артиллерию? Ну, наверное, все-таки придется подставить артиллерию, да? Подставлю еще и тогда пехоту. Пусть лучше пехоту атакует, если что, да? Лучше. Это будет вариант получше. Вот, как-то так. Как-то так вот получилось, блин. Вот даже вот так вот сделаю. Потом, если что, танком развалим. Ну, или попытаемся развалить хаммер. Ну, и, в общем-то, истребителя нужно тащить. Думаю, это очевидно. Кстати, как вариант, я, наверное, в принципе, успеваю даже захватить аэродром. Он, конечно, здесь будет под обстрелом. Но истребитель нужен мне. Очень нужен, чтобы вот этого бомбера здесь долбить. Даже вот этого я, возможно, пощажу. Чтобы максимально быстро добраться вот до этого. Потому что он здесь сейчас... Ну, не очень сильно я много урона наношу ему своим... своей ПВО. Так, ну и здесь тоже в городе оставляем, чтобы никто не перерезал один отряд. Я, в общем-то, в принципе, здесь все равно никуда не успеваю больше. Тактикал, да, блин, про тактикал-то я забыл. Ну, в принципе, если нападет на меня истребитель, да, он последний тут остался, он вряд ли много мне урона нанесет, и потом, если что, я его зениткой своей добью. В общем-то, в принципе, подставляю. Фиг с тобой. Давай. Вообще не стал нападать. Так, неплохо, неплохо. Разменял одного инженера, который очень такой недорогой, да, на целую разведку. Это очень неплохо, это хорошо. Вот еще что важно, да. В принципе, правильным было бы напасть и развалить самолет в ангаре, да. Но я хочу прокачать свою зенитку, да. То есть придется поэтому его пощадить. Единственное, только, конечно, истребитель. Истребитель должен уже будет скоро добраться сюда. Я рискну. Пока что сюда вот вылечу как-то. Даже вот сюда пролечу. Посмотрим, что вот здесь вот находится. Посмотрим дальность стрельбы. Да, здесь нету арты. Она, значит, ну, я помню, что она доставала где-то сюда. Артиллерия. То есть где-то... Ну, вот здесь вот край. Я как раз по нему иду. Этот бомбер вряд ли что-то мне может здесь нанести. Какой-то большой урон. Всего две штуки осталось. И вот здесь вот я хочу попробовать долбануть по пехоте. Посмотреть, сколько мне дадут опыта. Посмотрим, что тут есть. 2-5, 2-6. Очень мало. То есть все правильное дело, когда бомбил противотанковую пушку. Да. Целый ход потратил. Потерял где-то примерно 20 опыта. Ладно, дальше что? Ну, нужно обязательно тебя убивать. Это очевидно. Так. У моего, кажется, Ромеля нету киллов. Был один килл, кажется, насколько я помню. Вот сейчас будет второй. Ну, посмотрим. Да, всего один убит. Всего одно подразделение. Ну, надеюсь, все нормально будет. Блин, не очень хорошо получилось. Ну ладно, что поделаешь. В общем, мы здесь двигаемся дальше, смотрим, что тут да как. Противотанковая пушка, артиллерия, да, как я и говорил, здесь 40 снабжений, оно что-то должно снабжать. Попробуем здесь выманить пехоту на себя. Да, может быть, даже противотанковая пушка, она здесь окопана. Если она выйдет, да, я разменяюсь, но зато проще ее будет потом убить. Так... Даже есть вариант, допустим, вот сюда встать. Если он меня увидит, то он выйдет, да, долбанет, но зато я его выманю. Посмотрим, как будет. Было бы неплохо. Такой размен был бы мне
на поезде. Да, ну и здесь нету, в общем, больше ПВО нету, то есть можно как-то особо не бояться на этот счет. Так, как прикрыть? Кого бы можно было здесь прикрыть? Ну, в принципе, надеюсь, он вылезет, да, значит, я примерно куда-то вот сюда вот встану. Если он вылезет, я его потом на следующий ход раздолблю. Так, и артиллерия. Артиллерию тоже нужно куда-то вперед оттягивать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. В принципе, я здесь все накрываю артиллерией, если здесь встану. Хорошая позиция. Отлично. Именно то, что я хотел. Вот он появился, и я его сейчас здесь буду своей ПВОшкой душить. Плюс тоже важное замечание. Нужно обязательно взять аэродром, потому что у меня уже подходит топливо здесь. У истребителя. Кого здесь можно подолбить? Ну, наверное, тебя, да, остается только. Вот. Что здесь делать? В принципе, 12 ходов. Это довольно много. Вполне мне хватит, чтобы здесь все взять. Ну, я надеюсь. В общем-то, пока что сюда на противотанку пушку лезть не стоит. Думаю, это понятно. То есть попробую подтянуть сюда пехоту. Кстати, пехоты-то мало. Пехоты мало, всего двое. То есть нужно выбирать. И я думаю, что все-таки нужно лезть уже сюда. Потому что, ну, потому что нужно взять первичную задачу, а вторичную уже думать потом. Как-то так. То есть по чуть-чуть тогда подходим. Начинаем раздалбливать тогда. Блин, или арту все-таки. Наверное, все-таки действительно арту. Арта может очень много урона нанести. Тем более у меня пехота здесь всего две штуки. То есть арта по пехоте прям долбит очень хорошо. Блин. Никого не получается выманить. Как-то вот так вот, что ли. Еще довольно долго будут идти. Возможно, стоило мне прикупить все-таки парочку грузовиков, да, то есть 12 ходов по 3. Ну, в принципе, они подтянутся, конечно. Но прям в самый последний момент. Так, что тут? 2, 5, 3, 9. Да, тоже уже не особо много он наносит урона. Не особо много опыта получает. Что здесь можно сделать? Можно попробовать подставить, да, под истребитель вражеский, разведчик. И потом накрыть его зениткой. Нет, не получается зенитку качать, блин, прям очень медленно она качается. Всего 500 набрал я. Стоит ли подходить, стоит ли размениваться? Вот так вот правильный вопрос был бы. Сейчас посмотрим. Меня здесь артиллерии накроют, это прям стопудово. Очень много урона нанесут. И я потом буду восстанавливаться именно дорогим пополнением, элитным. Наверное, все-таки тогда не стоит этого делать. Так. Здесь я тоже, наверное, не особо правильно залез. Вот так вот, да? Ладно, в принципе, все довольно неплохо. 10 ходов, чтобы уничтожить вот не так уж много здесь отрядов. В принципе, я думаю, я здесь справлюсь. Должен справляться. Так. Ну, в общем-то, в принципе, наверное, все тогда. Так и оставляем. Так, и вот истребитель теперь должен садиться. Я надеюсь, что его никто здесь не спалит и по нему артиллерии не накроют.
Было бы очень неприятно, потому что самолеты очень дорогие. Кстати, снабжухи не хватает у них. Это интересно. Это интересно. Тоже неплохой размен, кстати, вот это вот. А вот это вот очень был плохой размен. Вот это тоже не очень приятный размен был. Ладно, в общем-то, в принципе, времени много. Подставил, конечно, свой истребитель. Очень много потеряю очков. Да, но зато получу опыта за убийство вот этого истребителя. Нормально. Ну, не супер, конечно, но сойдет. Что поделаешь? Нужно выполнять поставленную задачу. Так, вот здесь очень неприятно получилось. Здесь еще, ну, 10 ходов, я думаю, мне хватит, чтобы здесь все взять. Нужно накрыть артиллерию еще. Так, и здесь вопрос, что бы лучше сделать? Как-то вот так вот я решил. Все-таки у него здесь эффективность очень низкая, всего 2. Наверное, вот так вот лучше. Так. Размен. Стоит ли делать размен? Да, наверное, да. Вот, кстати, тоже важная деталь. Я заметил, что нет снабжения. То есть, может быть, даже Табрук бы я бы взял. То есть, я правильно сделал, что здесь не стал нападать. У них не хватает снабжения. То есть, здесь можно было бы попробовать продавить. И взять Табрук. Но я уже не буду этого делать, не буду экспериментировать. Моя задача просто выполнить задачи. Да, выполнить достижения. Посмотрим, что там по достижениям. Ассалум, да. И соединить. Ну, в общем-то, все нормально. Я, в общем-то, успеваю. Кроме Табрука, все остальное будет у меня взято, скорее всего. Неплохо, неплохо. Я бы даже сказал, это хорошо получилось. Я бы даже сказал, отлично, я оба последних самолета выманил на себя. Истребитель я, конечно, не буду использовать. Да, я, может быть, прикрою только артиллерию свою. Истребителем. А всех остальных буду уничтожать уже вот этими ребятами. Посмотрим, кого тут больше. 6,2. Но очевидно, что нужно бить это. Посмотрим, сколько дадут. 720. Нормально. Нормально дали. Намного больше, чем набирает стратег. Так, и есть смысл, в принципе, вот так вот подтянуть даже, я думал, да? Здесь все простреливается. Так, и есть смысл даже уже сюда размен идти. В принципе, наверное, да, это правильно было бы. Блин, я забыл, что у меня есть тактикал. Он мог бы мне тут сэкономить немножко бойцов. Ну ладно, что поделаешь. Вот так он, наверное, тогда сделал.
Ошибку я здесь допустил. С разведкой, блин. Я хотел разменять частично разведку, да, на тяжелую пехоту, и что-то как-то упустил, что у нее было мало здоровья. Теперь придется ее выкупать. Ну, в принципе, это, она недорого стоит. 40, кстати, блин, 40 она полную стоимость стоит. Да, это была большая ошибка с моей стороны. Надо в следующий раз быть аккуратнее. Плюс мне сейчас могут еще и аэродром, наверное, захватить. Но я думаю, я его все-таки убью сейчас здесь. Так, ладно, здесь все нормально. Здесь, здесь. Я, в общем-то, успеваю. Здесь пока восстанавливаем эффективность. Здесь. Сюда, да, будем долбить. Все, вторичная задача выполнена. Теперь нужно как-то сюда идти, штурмовать, да, город. Ну, город, укрепление, бункер. Здесь пока что пополняемся. И пробуем истребителем. Не истребителем, а зениткой сбивать. Блин, здесь еще вражеский этот корабль. То есть, наверное, все-таки придется кого-то другого бить. До кого-нибудь я дотягиваю здесь. Только до него. Ну, значит, будет размен. Значит, будет размен, ничего не поделаешь. Потому что качать все равно надо. Нормально, нормально. В общем-то, в принципе, она не так уж и плохо качается. То есть я думаю, я успею здесь все прокачать. Так. Может, даже разведку подставлю. Может быть, он на нее как-то савится или еще что-нибудь. Стоит ли добивать? Наверное, не буду пока что его добивать. Вот сюда куда-нибудь полечу. Бьет пехоту, но это логично. О, тоже ошибка, тоже ошибка. И вот это тоже была ошибка. Я, конечно, тут ничего не потерял, мне очень сильно повезло, но вообще-то это ошибка, да. С другой стороны, я, правда, его на себя тоже сагрил. И сейчас опыта заработаю немножко. Блин, у меня довольно много еще так-то ходов осталось. Да, ходов осталось у меня, в общем-то, так-то не так уж и мало. То есть, эти 7 ходов, их обязательно нужно использовать для того, чтобы подолбить здесь кого-нибудь. То есть, нужно здесь что-нибудь отправить на разведку. Чтобы посмотреть, что здесь можно было бы подолбить стратегом, блин. Не очень хорошо я здесь пролетаю. Вот здесь вот где-нибудь полечу. Посмотрю, вот здесь вот залезу ему в тыл. Посмотрю, что здесь есть. Как-то вот так вот, да? Даже, наверное, давайте, ребята, вы тоже идите сюда. Да, вас будут бить сорты, если увидят. Но мы посмотрим, что здесь есть. Потому что нужно обязательно набирать опыт. Потому что с пехоты 20 мне нафиг не надо опыта. Так, стоит ли захватывать? Наверное, пока не буду захватывать. Просто отходим. Пополнение. В общем, пополнение нормальное здесь. Добивать, не добивать его? Наверное, вот этого долбану разочек. Так, вот еще, да, разведка. То есть, может она успеть здесь посмотреть что-нибудь. Посмотрим. Ты пока тоже ждешь. Даже, наверное, просто остаешься вот так вот. Сон. Неприятный тип прям. Давай-ка лучше отсюда нафиг свалим. Для пополнения. Здесь вряд ли кто-то уже появится. Нужно обязательно просто тупо опыт набирать. Блин, вот это тоже неприятно. Надо сперва его убить, как-то постараться. Все, ладно. В общем, я не добрал немножко до ползвезды. Придется тебя сюда садить. Я надеюсь, никто не будет стрелять по мне. Так.
Здесь пока что тоже, пока что никого не бьем. Да? Наверное, вот этот будет стрелять, это не очень приятно. Но пока что отойдем. Отойдем, да, посмотрим, что будет. Хочу все-таки опыта набрать. Ну, мне, правда, говорили, что... Кстати, может вот так вот поступить, да? Подолбить его немножко. В принципе, толку от этого большого не будет. Только размен. Ладно, не буду этого делать. Мне говорили, что после захвата всех точек у меня мне предложат еще повоевать немножко. Наверное, нужно будет выбрать этот вариант. В городе нет снабжения, значит, скорее всего, здесь никого нету. Пока что смотрим. Может быть даже, кстати, есть смысл. Здесь вот я знаю, есть ПВО. Может быть даже есть смысл как-то под нее подлезть. Да, пускай я буду размениваться, но зато больше опыта буду получать. Возможно, действительно, есть такой смысл. Посмотрим. Даже, наверное, я прямо сейчас захвачу город. Захвачу вот эту вот точку. Так, продолжить бой. Ваша основная цель достигнута. Вы хотите продолжить сражение до тех пор, пока не будут выполнены все второстепенные задачи. Да, я хочу это делать. Я хочу немножко опыта набрать. Смотрите, почему-то показывают опять нету снабжения. Не знаю почему. Уехал. Вот это отличный вариант. Вот это отличный вариант для того, чтобы набрать опыта. Потому что он в грузовике. Я даже вот так вот, наверное, сделаю. Вот он. Вот, в транспорте я больше с него должен, по идее, собрать опыта. Здесь тогда мы просто возвращаемся, да, чтобы добить его. Он сам себе злейший враг. Стоит ли сюда идти? Ну, меня здесь никто не видит. Я думаю, да, захватим точку. Фиг с тобой. Посмотрим, сколько дадут за грузовик. 2744. В принципе, не намного больше-то дали. То есть особо не было смысла. Ну ладно. Смотрим, что здесь. Смотрим, что здесь. Тоже вроде никого не вижу. Особо ценного. Так, ладно, тут отходим тогда. Будем восполнять потери. Вы тогда здесь в сон. Вас никто все равно не бьет. Здесь по мне вроде даже ударили, да? Ладно, в общем, отсюда сваливаем. Все сваливаем отсюда. Тут вроде все выполнено, все нормально. Танк, наверное, тоже отведем. Как-то вот так. Так, кого ты можешь прикрыть? Ну, наверное... Да, наверное, особо и никого не можешь прикрыть, да? Вот сюда тогда вставаем тоже. Сонный режим. Поехали дальше. Отлично. Похоже, я все-таки его здесь убью. И заработаю немножко опыта. Да, отлично, будет ползвезды. Отлично. Ну, хотя бы ползвезды за уровень я заработал. Сойдет. Других тут больше нету. Все, здесь все в спячке. Тогда остается еще 4 хода. Можно будет кого-нибудь подолбить. Посмотреть, что это как. Можно здесь попробовать пролететь. Кстати, смотрите, вот здесь вот отличный вариант. Я не помню, чтобы здесь были какие-то эти... Нужно посмотреть, что здесь есть. Так, зенитка прикрывает. Здесь как-то вот так вот пролечу. Вроде тоже ничего здесь нету. Можно попробовать разведку подолбить будет, если я смогу до нее добраться как-то. Она не прикрыта ПВО. Так, и здесь я тоже не успеваю улететь. Блин, плохо, ладно. Да, вот эту тоже, наверное, никуда не буду тащить. Просто сразу ее в спячку ставлю. Так, и вот здесь вот вопрос. Здесь вопрос. Потому что я не знаю, куда она здесь уехала. Может быть, стоит подлететь вот сюда. Да, я буду разменивать свою итальянскую пехоту. Но я, может быть, здесь что-то подсвечу.
Стоит ли так делать? Ладно, в общем, я тогда воспользуюсь минометом, чтобы немножко подавить вражескую ПВО. Никого не снял, но, блин, эффективность снизил. И сейчас будем смотреть, будет ли эффективно, будет ли эффективен размен, да? Ну-ка, сколько? 2807. Не очень эффективно, я скажу вам. Даже, наверное, опасно. То есть я мог потерять здесь единицу. Не очень-то хорошо. Наверное, тогда и не буду этим заниматься. Просто здесь тогда сваливаем все. Да, оно того не стоит. Прям совсем не стоит. Тоже неприятно. Сейчас мне здесь его накроют, блин. Может быть, попробовать пехоту ему подкинуть, да? Бей лучше пехоту. Здесь, кстати, даже нету этого. Даже нету ПВО. Ну-ка, вот здесь попробуем пролететь. Вот так вот даже. Отлично. В общем, халява. Халява не прикрыта зениткой. То есть мы даже вот так вот подойдем. И подолбим его немножко. 2-8-4-2. Ну-ка посмотрим. Сойдет. Ну, а ты давай вали нафиг отсюда. Надеюсь, тебя здесь никто не видит. Так. Тоже неплохо. Тоже неплохо, халява. Никто не стал бить? Это хорошо. Это хорошо. Значит, видимо, он меня здесь не видит. Все. А вот это, наверное, не стоило делать. Да? Не очень равный размен. Да и тем более, зачем мне раскачивать разведку? Но это уже потому, что давно играю, уже как бы эффективность моя падает. Кстати, здесь можно перерезать им снабжение. И один ход их можно будет побить. Стоит ли ударить его? Да, наверное, не надо, да? Проблема в том... А, стоп, нет. По-моему, она переключилась в этот, в противотанковый режим. Или все-таки нет? Непонятно. Ладно, пускай пока будет так. Пускай бьет, если что. В принципе, фиг с тобой. Мне нужно просто опыта набирать. Да, она все-таки не была в противотанковом режиме. Да, здесь вообще прям много получил урона. Здесь прикрыто. Прикрыто, это не очень хорошо. Можно, кстати, попробовать залезть, долбануть по ней. Это, кстати, наверное, неплохой размен был. Я разменяю моих итальяшек на опыт. Два 940. Отлично. В принципе, я могу ползвезды за этот уровень заработать. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Ладно, ты давай уходи уже отсюда тогда. Фиг с тобой. В принципе, уже все, да? Отлично. Ну, сейчас еще, значит. Значит, все-таки ползвезды я стратегом доберу. Это, кстати, очень круто будет. Где-то он здесь был, да? Отлично. Ну, ползвезды, это круто. Ползвезды за один уровень набрал. В принципе, я надеюсь, что у меня все будет отлично. И я смогу все-таки выполнить это достижение. Так, стоит ли тебя пополнять полноценно? 36, это, блин, очень дорого. 36, ты потеряешь? Ты не потеряешь свою звезду. В принципе, одной звезды более чем достаточно, да? 31 опыт потеряет. 31%? Нет. Видимо, все-таки так придется тебя пополнять. Потому что полностью я пополнить тебя не смогу.
Все, ладно, поехали. Ну, в общем-то, все. Я не захватил Табрук. В общем-то, в принципе, была возможность это сделать. Я очень много ничего не делал времени. Думаю, но зато я выполнил парочку вторичных задач. Основные выполнил тоже. И, в общем-то, прокачал по ползвезды на зенитке и на стратегии. В общем-то, кажется, по-моему, даже оба танка получили по 2 убийства. То есть, в следующий уровень я добавлю еще один танк. В общем, ну, в принципе, думаю, я не так уже плохо сыграл. Хотя ошибок, конечно, допускал. Да. Ну, ладно.